А это, видимо, кто-то из группы «Блестящие». Злые секьюрити вечно чем-то недовольны, особенно если охраняемые ими звезды долго ждут своего выхода на красную дорожку. Тем временем Мэтт Дэймон щедро раздавал селфи. Французские пенсионерки были в восторге. Знаменитую певицу Милен Фармер весь день все держали за руки. Может быть, в ее райдере было прописано что-то вроде «Носите меня на руках, хотя бы в легкой форме». Фэшн-блогер-миллионник и модель Кьяра Ферранни оделась в яркое платье от итальянского дизайнера Джамбатисты Валли. Не знаем, как остальных, но своих подписчиков она точно порадовала. Ненасытные фотографы хотели буквально на ощупь проверить, реальны ли эти модели. Еще одна блестяшка вечера – норвежская модель Фрида Асен, которая часто появляется на показах Victoria's Secret. Мэтт Дэймон заглянул прямо в наши оптические глаза и помахал. Чертовски приятно. А если ты подпишешься на наш канал, то нам будет 100 раз приятней.